маркой фирмы Fadel и будем вскрывать воском декоративную штукатурку. Мы применяли опять же краску фирмы Fadel, подложка в базовом цвете белая и саму Венецию. Она была в базовом заколированном цвете. Мы сделали легкий, скажем так, крекелюр с растрескиванием. Стены наши высохли. Сейчас мы будем пробовать наносить сам воск. Мы уже заколировали. Тут у нас легкий беспорядок в комнате. Взяли, заколировали воск. Золото, тоже торговые марки фирмы Fadel. Нанесли под батареи. У нас получилась вот такая вот цветовая гамма. Я думаю, мы будет темновато. Наверное, надо нам будет высветлить еще чуть-чуточку. Сейчас мы добавим незаколированного воска и нанесем стены. Вот он наш воск фирмы Fadel. Здесь у нас тоже. Сейчас мы на глаз пол-литра добавляем. Размешиваем. И еще раз наносим под батареи. Сказать, золото у нас расфасовочка 0,1 литра. Добавили мы где-то 1/3 части золота на 1,5 литра воска. После чего мы добавили еще 0,5 литра. Сейчас мы размешаем окончательно и нанесем. Так, нанесли мы на шпатель наш воск. Пробуем здесь. Комната у нас будет в солнечную погоду очень освещенная, поэтому мы не хотим, вернее, заказчик пожелал сделать не очень навязчиво, не очень темно, поэтому я думаю, нужно нам сделать более легкий светлый тон, не броский. Плюс в пасмурную темную погоду, если будет так темновато, поэтому будет очень большой контраст. Наша поверхность. Вот такими движениями шпателем начинаем наносить воск по поверхности. После того, как мы нанесли его, заполнив все углубления, выступы, мы разносторонними движениями снимаем лишний воск, чтобы он не вытекал, скажем так, с углублением. Потому что и бывает так, не заметишь, скопление воска произошло, и там начинает тогда такая оплывистость. И сразу же, после того, как мы нанесли, легенько его подшлифовываем. Он сейчас светленький, у нас получается колер воска. Когда он подсохнет, он чуть-чуть потемнеет. Взяли и опять же продолжаем наносить сам воск. Еще один нюанс. Бывает, сам краситель золота собирается на краю шпателя. Потом при нанесении бывает пятна такие остаются. Периодически нужно шпатель, скажем так, промывать от него, чтобы не было, скажем так, таких вот вещей, потому что оно потом бросается в глаза, как бельмо. Вот так
сейчас оно фактически не видно, потому что на улице пасмурно. Сейчас мы вскроем все поверхности и в конце я вам покажу результат. Наша поверхность уже вскрыта одним слоем. Заказчику захотелось контраста, более темнее сделать. Вот как здесь, на вот этом вот участке. Добавили немного больше красителя, золота. И сейчас будем вскрывать дополнительно. Вот мы нанесли один простенок. Сейчас будем наносить другой. Так, при вечернем освещении выглядят стены.